на повестке дня будет жилет. Эта выкройка электронная, скачивала я ее, когда был период безумных распродаж. И жилет самый такой простой, немножко приталенный, с рельефными, да, рельефными швами. Вопрос состоит в другом. Есть у меня вот такая чудесная ткань. Это подарок моей подруги. Она знает, что я люблю шить. Она тоже любит шить. В общем, подарила она мне белый, как я понимаю, хлопок с эластаном. Поискала в интернете. В общем, вроде как это стрейч-коттон. Вот. Тянется он, посмотрите, как хорошо. Причем тянется не по долевой, а по утку. Что из него можно сшить? Вообще хотела бы сшить вот этот жилет, но что-то вот меня беспокоит. Мне кажется, что не самая это удачная мысль. В общем, здесь у меня квадрат 1,5 на 1,5. И, в принципе, этой ткани мне хватит. Я думала, может быть, посадить на флизелин. Или не стоит вообще заморачиваться. Потому что мне кажется, что подобного плана жилеты нужно шить из ткани, которая, если и тянется, то совсем чуть-чуть. Здесь же растяжение таково, что 10 сантиметров превращается в 15. То есть она такой средней эластичности, даже очень эластичная. В общем, девчонки, пожалуйста, подскажите мне, что из этой ткани можно сшить, учитывая, что она белая, учитывая, что она такая плотная, довольно-таки. И вот это вот ее растяжимость. Мне кажется, она бы неплохо смотрелась в платье, которое было бы, ну, с таким облегающим верхом. Вот. Чтобы прям по фигуре села. Но опять она белая. Сквозь нее просвечивает. Ну, бежевое белье не будет, конечно, просвечивать. Но при растяжении она становится чутка просвечивающей. Жду ваших советов. Буду безумно благодарна. Потому что, честно говоря, мне хочется из нее сшить, но ума не приложу, что. А вот эта тема с жилетом остается открытой. Надо подумать, из чего же тогда его сшить, если не из этой ткани. Тянется она вот так. По-моему, это довольно сильное растяжение. И после этого еще как-то немножко восстанавливается, видите, какими-то пузырями, то есть не до конца. В общем, help me.